Добрый день. Обзор мускул двери производства компании Monolith. В данный момент дверь находится без отделки. Это металлоконструкция с установленными в нее замками, защитами, броненакладками и временными ручками. Модели мускул, в принципе, расчет монтажа модели мускул разбивается на три этапа. Первый этап — это изготовление металлоконструкции, установка у нее замков, защит. Второй этап — это монтаж всего этого в проем, уже с покрашенной рамой, чтобы могли штукатуры все это заштукатурить, подойти плиткой. И третий этап — это уже монтаж декоративной отделки, как правило, уже на завершающем этапе ремонта на объекте, когда уже окончательно понятен цвет, окончательно понятен дизайн. Поэтому после третьего этапа уже установки декоративных панелей устанавливается фирменная фурнитура, устанавливается постоянный цилиндр. Постоянный цилиндр — это ЭВМСС. В данный момент дверь на временных ключах, на временных цилиндрах. Для строителей данная модель, то есть данный экземпляр, он оснащен электрозамком дополнительным, который в свою очередь производит блокировку и механических замков. То есть при закрытом электронном замке, который управляется либо система AJAX, либо, как в данном экземпляре, это будет установлена система «Умный дом». То есть вы открыть не можете. Как только вы разблокируете, все великолепно начинает работать. Кроме этого, вставить верхний ключ вы также не можете. Металлическая пластина. Освобождаете ключевое отверстие цилиндровым замком, уже после чего сувальдный туда проваливается. Вот той стороной. Давай. Наверное, наоборот. Пойми. Ключ, наверное. Так что Monolith мускул — это 12 миллиметров защита замковой зоны обычным металлом, включая специальные вставки в районе ригелей замков, которые нельзя перерезать даже болгаркой. 12 миллиметров каленые пластины идут уже за 12 миллиметрами обычного. Снутри замки обтянуты также металлом. Сетка из ребер жесткости из профильной трубы. Два вертикальных, 8 горизонтальных. Противосъемы, антисрезы эффективнейшей длины. Отверстия под сигнализацию. Противовзломный притвор цельнометаллический, чтобы нельзя было завести инструмент. Защита ригелей идет сплошная сверху донизу, образуя короб. Плюс каленые пластины в зоне ригелей. И каленые пластины как с торца, так и с фронтальной стороны. Здесь, чтобы досверлиться до ригелей, нужно просверлить более 20 мм обычного металла и еще 6,5 мм каленого. Фирменные торцевые планочки из нержавейки. Петли
огромного формата, каждая под нагрузку более тонны. И вот такой вот монолит мускул. Да, точнее, не монолит мускул, а мускул. Монолит мускул немножко другая история, о котором я расскажу в других видео.